Добрый день. Ой, Дима пришел. Димусь, как спалось? А? Мало. Мало, ну хорошо? Так, да. Чем мы сегодня делаем? Куда? Комментируй наш хороший кино снимаешь. Угу. Заплыв. Удовольствие. Вот появился на горизонте. Чемпион мира по плаванию. В очках. Чемпион мира по плаванию на спине. Вот он решил отдохнуть. Да, небольшой перерыв. Потому что до этого у него были мировые первенства. Да, чемпионат Европы по плаванию. Олимпийские лагеры в Китае, в Пекине, где он выиграл, занял. Вот он показывает свой коронный стиль. Вот. Даже болт. Он сейчас поставит нам рекорд мира. Не болт, болт это бегун, а пловец этот американец. Все. Даже он боится. Теперь мы отдыхаем, немножечко отдыха, даже потому что боится нашего пловца в ярости. Да. Потому что наш пловец в ярости. Все закрывают. Это адская смесь. Это просто чемпион. Ура, чемпиону мира! Ура! Ура! Вот он отдыхает после рекордного заплыва. Все. Его организм не выдержал таких нагрузок. Прекрасный отдых, прекрасный заплыв, прекрасный отдых. Стиль просто... Человек Ихтиандр. Стиль просто заслуживает уважения. Уважение. Этот человек пример для всех, пример для подражания. Пусть молодежь учится, как надо плавать, как надо вести себя в жизни. Это пример для подражания. Это трудоголик. Глубина трудоголик. Для него ничто. Ничто. Для него важны победы. Можно у вас взять маленькое интервью? Как вы себя чувствуете после такого мирового заплыва? После рекорда? Скажите слово. Нет слов. Скажите хоть одно слово. Знаете, он так уверен в себе, что он даже пренебрегает мнением журналиста. Вообще. Ну скажите хоть два Спасибо слова. Спасибо тренеру моей семьи. Кто за вас болеет сегодня? Сегодня весь Родос. Родос. Собрался на Родос. Счастливый Родос. Да. Счастливый Родос. Счастлив вас видеть. Ну все, ладно.